Thank you.
Раз, два, три, алло. Алло. Сережка, как слышно? Микрофон на максимум выставлен. Сейчас попробую. У меня и так усиление 20 раз стоит. Алло, алло, алло. Ты чё, прям вообще плохо? Ответь. Как, не фонит ничего на компьютере или ещё чё? На стриме, наверное, задержка. Я не знаю, на что сейчас ответил. Да. Thank you.
что-то сейчас сделаю. Не знаю, смотришь ты, нет, сейчас. Игру сделал потише, так вот, максималки, микрофон. Кривой перевод какой-то в игре вообще. Пес еще есть. Так. Это у нас. Точно, точно.
Молоко, хорошо. Возможно, пригодится. Так. Почему я не понимаю? Не понимаю.
Thank you.
Алло. Здрасте. Никого не смотрит. Обнови, может, что смотрит меня. А, сейчас, ну, я обновлю. Вроде никто не смотрит. Ты тут? Алло. Сереж. Алло. Ты куда делся? Да, я думал, надо выключать уже там. У меня яйца жарятся, как их там. Перцы фаршированные. Я думал, выключать пора. А еще минута. Таймер — хорошая тема. Sony Vegas. О, 12. Я не помню, у меня, по-моему, 12 тогда. Полная версия. Ну-ка. Не, по-моему, у меня 11 было, я хер знает, если честно. На меня аборигены нападают нормально. Да? Да? Да. Он с дубинкой бежит. Ты в чё играешь? В ту же самую игру? Да. Я там вообще нифига не понимаю, где я, чё. У меня, походу, Sony Vegas Pro 11 была, так что я скачаю ее. Я тут вообще нифига не понимаю. Я вижу чувака, на которого ты сейчас нажал только что. И еще двух чуваков. Да, вот, все, у меня 11-я, я еще ее буду скачивать. Выключать! Алло. Алло. Миринда 4 литра за 60 рублей нормально? Конечно. Что это такое? Скайпе посмотри. Нравится такая? Так, скачать. Так чё, как у меня стрим? Ну я не знаю, нормально. Сейчас я на компе еще посмотрю, может, на компе что-то поменяется. Александр. Я такой захожу, смотрю, острый мчанский у Сани. Блин, я тебя не могу найти в подписках моих. Подписках. Одна жизнь с друзей здесь, и там это будет написано, наверное, да? Тогда... А, я не подписан. Все, у тебя теперь 5 подписчиков. Ты через YouTube прям стримишь? Чего, 5 подписчиков? Да. Ну, через YouTube гейминг. Еще мама звонит. Да, я выключил чат. Алло. Сейчас на стриме тебя послушаю. Скажи что-нибудь. Раз, два, три.
Раз, два, три, четыре. Вот. Да ёп! Это нормально. Ой, а, ну это ты смотришь, один человек пишет. А, установить программу, запустить агент минимизатор, установить господин, соответственно, разрядность, нажать кнопку патч, установить, указать путь в папке Vega, затем в папке Shared Pass, дождаться окончания процесса, запустить программу, зарегистрировать полученное включение, выбрать авторизацию с другого компьютера. Один watching now. Лёха пишет, гокатки сливать вместе. Стопудово, сейчас побежим прям, да? Как говорит Сильвера получить, я говорю, катки сливать, гокатки сливать вместе. Подписчиков и два watching now. У меня один показывает. Чувак, если ты смотришь это, подписывайся на канал. Это Лёша. У тебя, кстати, модером сделать. Сейчас. Как мне тебя сделать модером? Я, по-моему, не могу сделать. А вот, кстати, ну, а это 4 комментария, там график такой. Программ. Что за фигня, написано Sony Vegas уже установлен. Надо по имени расшифровать. Vegas Pro стоит уже, прикинь. Ничего себе. Надо удалить. Оу, shit, motherfucker! Fucking dick, retarded! Оу, shit! Чё за хуйня? А, нет, всё хорошо. А? Я себя чувствую Вулкиным на стриме Ice Lake. Что, я удалил, что ли? Имя. А, нет.
плохо что-то получилось. Знаешь, бывает хорошо. Просто 181 рубль на Стиме, это... А как нам, смотри, например, да, я на канал хочу на свой зайти, да? Как стримить вначале, ты мне объясни. Ну там это... А, добавить видео, да? Не, зайди на YouTube Gaming. А что за YouTube Gaming, где его найти? Ты не знаешь? Ну, типа надо в Стиме, ой. Да в Гугле вбей, не знаю, поисковики. Все, дальше не надо. Там типа начать стрим, скачаешь там XSplit, самый простой там. Блин, у меня Sony Vegas на рабочем столе был ярлык, я его не видел. Ну я так и знал, на самом деле я подозревал это. Я его удалил. Я вот серьезно подозревал, что так есть. Блин, не тот. Отвечай, прям на рабочем столе был. Я вот отвечаю, да, я смотрю, ярлык это убрался, он просто у меня слева был. Рядом с фотошопом прямо. Урод вонючий. Я. Так. А чё играть? А, English, да? Довланд. А, install current version. I have read. Она говорит, да? Change. Надо на диск D ставить. Root drive. А, типа нельзя в корневой direction. Поля, да? Дома что-то жарко, не? Не. Не, вообще рука потная. Но это скорее всего не из-за этого. Так. Не отвлекаемся. У меня дед там каким-то Power Director пользуется для видосов, типа, для своих. Я говорю, Sony Vegas нормальная тема. Говорю, да, Power... Твой дед? Да. Какие дед... у тебя видосы будут? А, да он там какие-нибудь свои силы. Ну, он вообще любит всякую природу там снимать. Фотки там делать. Который другой в городе живет. Ага. Я уже думал это. Он там, типа... Ну, короче, он... Не знаю. Не знаю. Так, а где его установили? Sony Vegas Pro 11. Ну, вот CPU. А, вот вижу. Это чё, кого? Погибнуты попугаи. Обезьяна пришла туда. Да, погибнуты. О, run trial... Нет, I have serial number. Так, установить Keygen. А, запустить. Выбрать Sony Vegas. Администратор написано. Блин. Бесит, что в Keygen какие-нибудь музычки подставляют. Это вообще говно меня бесит. Ага. На весь, как этот, ну, в наушниках сижу, как дебил. И у меня тут в очко долбит. Так, serial number, да? Так, serial number. Serial number, вот он. 1, 2, 4. Далее. Register from another computer. Далее. Так, first name search, огородник. Фига, тут уже зарегано все было. Так, надо email хотя бы сменить тогда. Леха. Ну, 228. Собакнал.ру. Компани, адрес, сети, Омск. Так. Свой индекс я вам не буду писать, чуваки, не знаю. То вы еще меня сломаете, приедете. Authentication код look there. Please, copy authentication. А, вижу. Authentication. Has not been registered, the actualization code is not correct. Чё, почему не correct? Я же скопировал из этого.
Activation out, notification вход, ну. Ctrl C. Ой, блядь. Нормально. Так. А, generate. Во. Ну, копируюсь. Ставить. Хэ-х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 э
Redirected. Что это значит? Ну, что ты делаешь? А, бля, я не то делаю. Ага. Yes. Можно запустить, хочу, выбрать не пункт Sony разрядности, нажать кнопку патч. Я этого не сделал. Патч выбрать. Теперь надо папку с Sony Vegas. Что там, как там программ файлс, да, стандартное там что-нибудь такое. Что, или Sony Vegas найти? И Sony. Sony, да, Sony Vegas Pro 11. Нормально, окей. Окей. Program, так. Затем в папке share plug ins дождаться окончания процесса. N error, халяла. И что, типа все? Или нет? Папки shared plug ins. Говно, блядь. Чё ты там бомбишь? Ты что же активировал Sony Vegas? Я пиратку качал. Я тоже пиратку качаю. Я тоже с торрента. Смотри сюда, на демонстрацию. Да. Или как ты же не можешь? Ну давай. Нет. Ну. Не важно. Но. Да. Просто мой взгляд решает твою судьбу. Да? Алло, ты как это делаешь? Что это такое? Do you want SSH following type Sony Vegas software? У меня нифига не получается, приходит Саня, я ему все показываю, и все сразу у меня работает. Потому что Саня серболин. Точно. No for me in no. Даже написано, Серж говорит. Хуй. Блин, реал, Sony Vegas свободно. Все, пошел домку скачивать. Global Affinity. Что такое Affinity? Чего? Что такое Affinity? Не знаю. Что по геометрии? Ничего. Потому что мы писали про вершины? Ага. Ха-ха-ха!
Леха в стиме русский скрим. Гокатки посливаем. Ну да. Такой дебил вообще. Я говорю, я же не рак. Он такой, ахаха, насмешил. А вот здесь, короче, так, загрузить, да? Здесь вообще так поменялось все это, интерфейс. Как там, давай, учи меня, как там делать? Да, учить тебя еще. Как там менюхи с боков убирать? Как там жир с боков убирать? Сейчас посмотрю, там команды какие-то определенные нужны, я это точно помню. Как он там прописал? Exec Movie KFE, что-то такое. KFG. Да. А я не могу такую команду вести. А ты скачал KFG? Нет. Ты тоже такую хрень скачивал? Да. Типа смотришь видео, как сделать там крутой мувик, часть первая, да? Да. Это... YouGamer, да? Да я хер знает. Да ну посмотри канал. YouGamer. Ну. Это, ты тоже запускал это в небезопасном режиме? Кого? Ну там типа... Подожди, не то, не другое, посмотри, как делать мувик проще, там, со звуком, типа. Посмотри, вот это не делал поэтому. Поэтому без звука делаешь. А, ну давай, скинь. У него же есть. У него на канале. Там, ну блин, у меня справа она высветилась. Вот. У меня справа высветилась. А, вторая часть, повышаем FPS, как сделать тест на стене, как сделать хитлайт, записываем мувик. А, еще легче его. Сказал еще проще. При какой температуре картошку хранить? А? Ты хер знает. Минус 10, нормально. Картошку? Да. Ну если типа у тебя на хате, то у меня просто так стоит под раковиной. Ну а так в погребе лежит. Я у меня про игру говорю. Какую картошку, блядь. В погребе у меня лежит, я хер знает.
Там, блин, херня какая-то, на шкуту поиграл. Сейчас только посмотрю, сколько ВП это стоит. Как она вообще... А, не мог поножку создал. Ага! Красная линия после полевых испытаний 420 рублей? Чего? Красная линия после полевых испытаний 420 рублей. Ага. Я его за 250 продал. Хорошо. ВП? Короче. 16 стрельба у человека. После полевых здесь испытаний, если 150 рублей, поношены за 160. Что-то цена упала. Немного поношены за 300, отсосил тракториста. Не смотрится она как новая, что-то пиздец. В смысле не смотрится? Там у нее страйпинг впереди. Смоля зовет, ты идешь? В КС? Да. Ну, по сути, можно. Сейчас, сек. В каком кейсе она находится, эта АВП? В Chrome 2, да? Не знаю. Тебе так проще, если что, посмотреть. Что еще получится скрасить или тебе из этого говна? Промо 2. Не должно показываться. Ага, вот, смотрю, короче. Подожди, а где это дерьмо-то? Че, ты ему сказал, что мы пойдем? Да, я сказал тебе, подожди, еще сами тебя. Я хочу АВП себе купить. Тут поношенное за 160 есть. Это дерьмо собачье. Триста рублей, ты чё, дебил? Ты бы ещё африканскую сетку это, купил. Так, сейчас сейвлю. Бог червей может купить. Но, правда, как говно смотрится. Так, сейчас поменяю здесь. Counter-Strike Global Offensive. КС. Го. Скажешь, к нам зайдет, я пока это на торговую площадку пойду. Кто они? Какие? Смоля, еще кто-то? Скажи сейчас, секунду, типа. Сейчас все будет. Еще круче, синий ламинат или изумрудные завитки? Быстрее. Стартуем. Купил. Бля, чуть.
Анальный ламинат купил. Он с наклейкой Ninja in Pyjamas. О, это кефир опять. Не знаю, мы вчера с ним играем. Он, короче, беркут, но он как говно играет. Отвечаю, он, походу, бущенный. Чё, смоля, голый с АВП. Чё он молчит, он чё, дурак? Дурак, что ли? Да. Сейчас еще один не нажмет, я отвечаю. Это был я. Саня, это крути изи катка. Изи катка? 2-2-8. Ты хоть название стрима поменял? Я не знаю. Что? Шо? Да. По-моему, это Вероника играет просто с мужской. Я играет, побежал. Сестра твоя, ебать, играет, бухая. Сестру твою дорогу вчера видел. У меня нет сестры, лох ебаный, блять. Я на Красноярском тракте видел твою мамку, она что там стояла, блять, бабосы стреляла. А, нормально. А ничего, что, блять, я все лес живу, как бы. Проиграл. Эй, алло, уёбки, блять, нивки, блять, ничего, что я все лес живу, нахуй. В Дерипасе живёшь? С Дерипаса? Едем, сегодня на дискотеку. Нет, дискотеки нет, вот не пизди. СБ уже вычислила, жди, блядь. Да, да, я жду. Я дверь открыл, если что. Квартира, блядь, Закрывай. Это ты вот здесь пиздишь такой смелый, а тебя повяжут.